21 июля в Тверском областном суде ждали последнее слово Александра Забенкова. Но из-за болезни судьи последнее слово и вынесение приговора отложено. Перед началом судебного заседания нам удалось поговорить с подсудимым. Александр, вы в своем последнем слове что хотели сказать? Ну, хотелось бы еще раз напомнить о ситуации, которая произошла 2 мая. Так вкратце объяснить, что я по всему этому поводу думаю. Донести еще раз до суда свою позицию. Вроде больше ничего. Вы оборонялись, ваша позиция, да? Да, совершенно верно. И вы не знали, что вы нанесли такие удары? Вы не могли предполагать? Нет, я защищался. Единственная моя цель была предотвратить нападение на мою семью и всего лишь. Я не хотел никому причинить вреда. В зале соседи, родные, друзья. Скажите, вы что ждете от приговора? Оправдательного. Он защищал свою семью, ребенка, жену свою, друзей, кто находились на территории. И какое может быть зло? Семья – это тоже родина. Он как родину защищал. И вот так вторгтесь, он с ребенком на руках был, а его били. Только оправдательного приговора. Только оправдательного. Он защищал семью. Всех друзей, всех нас. Мы ждем папу домой. Ребенок сидит, ждет, что мы сейчас вернемся вместе. Напомним, в прениях сторон государственный обвинитель просил суд назначить Забенкову, обвиняемому в убийстве 3 человек, наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Защита Забенкова настаивает на оправдательном приговоре. По словам стороны защиты, с момента, когда 3 вооруженных битыми мужчин зашли на территорию дома Забенкова и стали, не выбирая, наносить удары, до их ухода за забор прошло не более 2 минут. Александр даже не помнит, как в руках оказался нож. Он отмахивался от нападавших, видя, что без чувств лежит друг. Рядом его жена и маленький ребенок. Защита уверена, со стороны Забенкова это было даже не превышение необходимой самообороны, а оборона. Последнее слово Забенкова будет выслушано 11 августа. В этот же день возможно вынесение приговора.